И мы продолжаем наше выживание на Скайгриде, да. Вот. О. У меня есть немного блоков. Ведь что с этим Немного быком? Он блоков будет у меня когда-нибудь? есть. Так, и... Опа, давайте добудем вот это. Вот это добудем. И вот это. Почти ограждение для нашего снеговика готово. Опа. Опа. Па-пам-па-пам. Нет. Да, блин. Все заново начинать. Нет. За что? За что? За что? Это фиаско. Так. Ну, ладно, у меня есть кровать уже. И это хорошо. Но... А, ладно, давайте... Есть кровать. Но у меня нету тыквы и снега. И мои инструменты упали вниз. Давайте добудем это все заново. Вот. Так. Самое главное не забыть, где я был. Дерево нужно побольше добыть. И вообще нужно у себя на острове поставить что-то типа саженцев, да. Чтобы постоянно не бег за деревом. Так, саженца нету. Саженца нету. И давайте я угадаю. Тут тоже не будет саженца. Да, его тоже нету. Так, тыква есть. Осталось добыть немного снега, да. Снег мне сейчас важнее даже, чем земля. Потому что земли ограниченное количество, а снега можно хоть сколько добыть. И вообще неплохо было бы сейчас сделать генератор булыжника, да. Пожалуй, я этим и займусь. Тем, что я буду сейчас делать генератор булыжника. Так, бурум пум 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 пум. Снежок. Вот снежок. Где-то тоже должен быть снежок. Я не знаю, это моя точка или нет. Неужели я потерял свой дом? Что ж, я не знаю, что я буду сейчас делать, но мне нужно как-то дойти до дома каким-то неведомым мне образом. Я не вижу, где мой дом. И мне нужно отправляться наверх. Да-да-да-да-да, поднимаемся. Поднимаемся наверх. Угу. Дома нету. Ничего нету. Что делать? Где моя кровать? Что я буду делать? Неужели я потерял свой единственный ночлег? У меня есть несколько вариантов, но я их, пожалуй, не буду озвучивать. Так, я не вижу свой дом. Он же должен где-то быть. Ну там грачки на сапах, так что по идее можно пройти. Так. Угу. Так, если я тут спрыгну, то я умру, наверное. Ну, я не знаю, что делать. Я потерял свой дом. В этом огромном мире Майнкрафта я потерял свой дом. Может, когда-нибудь позже я его найду. Но я не хочу долго ждать. Поэтому мы сразу заделаем себе новую кровать и другую точку. Да. Это тяжелое будет сей выживание, потому что мы потеряли дом, я умер и не смог сделать снеговика. Вот. А, кстати, я же землю могу добавить. Пока что мы попробуем его немного поискать, а потом, наверное, не будем этого делать, потому что... Где дом? Где мой дом? Так, я думаю, вот это хорошее место, и тут, в принципе, можно начать строить наш новый дом. Потому что тут, в принципе, все есть, все необходимое. И, ой, блин, мне опять ночь Я вообще нужно не ждать. допрекомбил, что так делать надо. Так, ночь опять... Чуть не упал. Так, сейчас мы кровать сделаем, и все будет зашибись. Вот, поставим сюда белую кровать.
А снег, снег, у меня же всего 5 штук, я думал больше выпало. Что за фигня такая? Опять снег искать, да вы издеваетесь. Оп, оп, оп. А назад какой пасифик, его знает. Оп, оп. Оп, 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 оп. Давайте сразу снег сделаем. Оп, оп, оп. Оп. О, блин, как мне туда... Придется вот эту воду разлить тут. И залазим наверх. Одно сердечко. У меня дилемма. Мне нужно добыть блоков и поставить точку спауна. Я не знаю, как я это сделаю. Но это будет, наверное, сложно. Если я сейчас упаду, я появлюсь в другом месте. Потому что я тут еще не заспавнился. И да, так. Так. Да. Вот. Дерево тут у нас. И вот мы отправляемся вон туда. И опа. Так. Делаем себе каменный топор. Потому что мне пока что не нужна каменная кирка. А вот топорик мне понадобится, потому что дерева очень много мне нужно. Чтобы же делать ограждение для нашего снеговика. Так, где его? Арбузик вон там находится, но до него далеко. Так, и где мой дом? Где? А, вон. Давай саженец. Нет, саженец не выпал. А тут выпадет саженец? Нет, тут тоже не выпадет саженец. Хоть где-нибудь тут выпадет саженец? Нет. Саженцев нету, надеяться не на что. Окей, оу, тут слизни спаунус, прикольно. Та-балям-палям-пам-пам-пам. А, мицелий мы не будем его ломать. Может, мне потом в будущем понадобятся грибы. Я надеюсь, столько блоков мне хватит для того, чтобы сделать ограждение для нашего снеговика. Так, еще парочку штук поставим. Потом нужно будет сделать каменный генератор булыжника. Точнее, обычный генератор булыжника, не каменный. Так, вот тут я, пожалуй, вот так поставлю, чтобы не упасть самому. А вот тут я поставлю наше ограждение для снеговика. Вот кровать нужно переставить мне немного. И вот тут да, у нас будет уже снеговик. Если он как-то погибнет, это будет нехорошо. Так. Не пикай, сука, спектру. Вот. Ставим сюда снеговика. И надеемся на то, что он не убежит отсюда. У него, точнее, не получится убежать отсюда. Так. Опа. Оп. И еще блок мне нужен. А, вот он. Ого, о, у меня катушка выпала, прикольно. А, нет. Вот это не пойдет. Так. Ага, ого. Вот так. Вот так. И вот сюда вот, вот тут наш снеговик будет. Давайте поспим. И будем надеяться, то, что мы сейчас не упадем нафиг отсюда. А если упадем, да, пофиг, короче. Угу. Теперь у нас есть источник, бесконечный источник, точнее, блоков. Так. Вот это чай, блядь, спектр какой-то на пасте, если за меня это был. Все, мы ломаем наш там снег. Герой, блядь, и у нас все будет дальше выше. Ой, бляха, муха. Я уроню кое-что. Секунду, я сейчас вернусь.
Так, я вернулся, и у нас сейчас будет бесконечный источник снега, да. Вот. И мы можем потихоньку увеличивать площадь нашей платформы. Да. Ну, никто не верил, но у нас получилось сделать это. Так. Потом можно будет какие-нибудь другие блоки поставить, но пока что сейчас мне нужно искать саженец и делать бесконечный гнятобулыжник. Обычный гнятобулыжник, короче.